Как я уже говорил, у меня просто неприязнь к этому шерстяному человеку. Все его движения шерстяные. Вот шерстяной пояс тебе! Подожди, дичь! Шерстяной пояс для тебя! Вышел ролик, где, так сказать, грубо говоря, тебя запустили, да, на 2 метра. Ну, я сейчас скажу, в космос вот так, шерсть. Да. Даже акции взлетели на шерсть, когда ты в космос взлетел. Реально рынок акций наблюдал после этой конференции. Да ты заткнись, я разговариваю, ты дурак. 2 раза акции на шерсть взлетели. После этого пояса в 4 взлетят. Покупайте, я тебя запущу, акции. Подожди. Подожди, вот это слово шерсть, это что-то вот ваше что-то? А? Да? Швед все время про это говорил, ты на это реагируешь. Подожди, подожди. Как ты думаешь, что тут? Мы шерстяные. Дальше, я реально думаю, что я обижусь на это. Я тебе охуенно сделаю.